Здравствуйте. Человек заедает стресс конфетами. Хороший способ борьбы со стрессом. Все, что в меру, хорошо. Когда это переходит в ранг там переедания, ну, наверное, можно тут смотреться, от чего бегу. Ну, как минимум, это сильная, конечно, от сладкого зависимость, она, конечно же, сильная, да. Ну, что можно сделать, ну, как вот на сленге наркоманов, перекумарить. Ну, перестать покупать конфеты на какое-то время, потом заменить на какие-то другие сладости, ну, более полезные, что ли. Приучить себя другим способом справляться со стрессом. Ну и также можно обратиться к специалисту и всмотреться, от чего бегу. То есть с первопричиной поработать. Тогда не нужно будет заедать. А плохо это или хорошо, не знаю. Я тоже, так бывает, что по вечерам начинаю обнаруживать, что раз одна конфетка, раз другая конфетка. Если я внимателен, ну, к своей жизни, начинаю это замечать, то могу и отрегулировать и перестать это делать, да, какими-то другими способами пользоваться. Ну, это все в наших руках.